какой прекрасный праздник подарил нам Бог. Какой прекрасный день подарил нам Бог сегодня, правда? Еще пару дней назад все прогнозы говорили, будет дождь. Но любящий Бог сказал, будет погода, слава Богу. Это подарок для нас сегодня. И я сегодня с удовольствием хотел бы представить этих прекрасных молодых людей. Посмотрите на них. Жених Эдвард Рачук и невеста Джессика Генцерук. Они прекрасны сегодня. You're beautiful today. You're excited today, right? You feel a little nervous. All good. Я хотел бы даже сказать, они сегодня пожелали пред лицом Бога, лицом церкви, соедини свои судьбы в одну судьбу. Это прекрасно. Пользуясь возможностью, хотел бы всех приветствовать здесь, на этом большом празднике. Всех гостей, родных, близких, знакомых, кто ехал, летел. Мы вас сегодня приветствуем здесь, на этом большом празднике. Мы все сегодня будем являться свидетелями новой семьи, которая будет родиться в Царстве Господа нашего Иисуса Христа. I just want to say, Эдвард, Джессика, для нас есть честь быть вместе с вами. It's an honor for me to be here. It's an honor for me to speak to your life and have this special prayer over your life. Дорогая церковь, мы будем сейчас молиться. И я думаю, что это прекрасно и очень приятно, когда молодые люди пожелали не где-то там, но здесь просить Божьего благословения у алтаря. Это самое ценное. Дорогие мои, это очень нравится Богу, когда молодые люди приглашают Его на праздник. Он любит приходить на праздники. Он любит, чтобы там была Его рука. Он любит благословлять праздник. Он любит благословлять новые семьи, которые родятся. Я просил бы церковь, давайте мы помолимся, призовем Бога, чтобы Его присутствие было здесь, в этой части этого праздника. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя за этот прекрасный день. За прекрасную погоду, о которой мы молились, она сегодня есть у нас, Господь, Ты подарил. Благодарим Тебя, Господь, за этих прекрасных молодых людей. Этого дня они ожидали так долго. Об этом дне они молились. Об этом дне они долго думали. И сегодня, Господь, они пред лицом Твоим. Приди на это место. Пусть на этом месте будет Твое святое присутствие. Нам так нужен Ты, Господь. В разных служениях в церкви Твоей нужен Ты, Господь, особенно, когда на этом месте будет рождаться новая семья. Мы нуждаемся в этом особом присутствии Твоего Духа. Господь, благослови меня. Все, что я готовился говорить сегодня, все те мысли, которые Ты вложил в сердце мое, дай мне передать правильно в жизнь этих молодых людей. Благослови всю церковь. Тебе слава за все. Аминь. Вы можете занимать ваши удобные места. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на этих красивых молодых людей. Жених и невеста. Вы когда-нибудь видели жениха таким счастливым, как сегодня? Вы просто на него посмотрите. Are you excited, Edward? Exciting, right? Jessica, are you happy? This is your day. This is a special day. Они, мне кажется, даже похожи между собой, да, если так присмотреться. Бог их так чудно соединяет. Они прекрасны. Вы заметили, что сегодня все на вас смотрят? Да, you notice this. Смотрят на все. Как вы идете, как вы стоите, как вы улыбаетесь, каждый, как вы между собой на все смотрят. Все фотоют вас, снимают на видео, даже подбегают, чтобы сделать селфи. Даже я успел с тобой, Эдвард, Джессики не было. Каждый хочет сделать с вами фотографию. Because you are special. This is your special day, который останется памятью вас. Наверное, сейчас уже social media горит. Все Facebook, Instagram, Snapchat, что там еще есть. Все сейчас, все фотографии там. Эдвард, Джессика getting married. Наверное, уже comments там, уже, наверное, залетели ваши фотографии в другие страны, уже их зум-ин, проверяю все. И это прекрасно. Это ваш день. Мы живем в такое время, когда все так быстро летит. Вы знаете,
Это особенный день. Я, как сказал, все смотрят на вас. Даже дети смотрят на вас. Do you like? Bride and groom, do you like? Я все дети смотрю. Им нравится. Мы привыкли, как-то все смотрят на невесту. Невеста, она выделяется особенно, она одеяние ее особенное, оно выглядит как-то по-особенному. Это правда. That's credit to you. И кажется, что никто так сильно, не придает внимания для жениха. Но я вспомню все же историю, которую я уже говорил. Это было пару лет назад. Молодая, совсем маленькая девочка, ей было 5 лет, где-то 5-6. И я так что-то заметил за ней. Как раз все готовились к свадьбе, такой был шум, движуха. Приходит жених, он заходит и начинает решать деловые вопросы. И вот эта маленькая девочка, она так поднимается, то, что она дело оставляет, все идет к жениху, и так встала над ним, перед ним, и свой орлиный взгляд на него, и смотрит, и глаз не сводит. Я так посмотрел, подошел к ней, склонился, и говорю: «Ты что, куда смотрим?» Она так, глаз не снимает, так смотрит, и говорит: «Жених! Вау!» Я понял, что смотрят на жениха маленькие дети. Я понял еще что. То есть Эдвард. Вау. Жених. Я думаю так. Кто-то мечтает. Вот эти маленькие не мечтают. Кто-то мечтает. Вот когда я вырасту, я хочу быть такой красивой, как эта невеста. И мечтает, и думает про это. А кто-то себе мечтает, вот когда я вырасту, я хочу вот такого жениха, как вот эта невеста имеет. Джессика, твои мечты сбылись, да? You have a 80 today. It's a special moment. И пусть Бог благословит. Я хотел бы также обратиться к вам, молодые люди, которые здесь рядом. Вы особенны сегодня. You are special here in this event. Как-то так... Что-то было у вас общего с вашим другом Эдвардом, также у вас с Джессикой. И вы где-то в чем-то сошлись. И вы оказались самые лучшие друзья для них. Спасибо вам, что вы определенно где-то в своей жизни повлияли, возможно, чем-то помогли в их жизни. You were there for them. Может, даже Эдвард как-то заметил something different with Edward. Edward, what's up? What's going on? Are you in love? Но оно как-то есть, да? Бывало. Все бы нормально. We're here, we support you, brothers, go ahead. И это ваши друзья. Так же самое вы оказывали support для Джессики, помогали ей. Спасибо вам. You guys deserve to be here on the front line. You're in the middle of this special celebration. You're special. Тоже. И также хотел бы поблагодарить и обратиться к пастырям, где... Эдвард, член церкви, и Джессика, пастор Сергей Миронюк. Тоже хотел бы сказать спасибо от имени их за то, что вы были рядом, если надо было. Вы своим словом делились, возможно, какой-то беседой. Как-то сумели повлиять на их жизнь. Спасибо вам. Также пастор Василий Галанеси, тоже спасибо вам, что вы чем-то помогли для этой семьи, где-то смогли повлиять на жизнь этой молодой прекрасной девушки. И спасибо вам, что вы были рядом, когда надо было быть. Благодарность вам. А теперь хотел бы обратиться, особенное слово, к родителям. Хотел бы сначала обратиться к родителям жениха. Пожалуйста, Юрий и Наталья. Юрий есть мой родной брат. Он чуть старше меня, и он определенно имел влияние на мою жизнь. Особенно так из детства. По молодости, он все же, я чувствовал какую-то ответственность отчитаться и сказать, что у меня все нормально. И он тоже определенно имел влияние на мою жизнь. Спасибо, хочу пользоваться этой возможностью. Спасибо, Юрий, Наташа, когда особенно мы переехали в Америку. Это было очень давно. И мы были тогда, и как раз мы жили у вас дома. Вы мне много помогли. Но самое главное, знаете, когда первые иммигранты переезжают, не так... Легко было подняться в Америке, и надо было работать. Юрий работал, и Наташа тоже part-time подрабатывала. Я был дома. И они мне верили самое ценное, что они имели. Это два маленьких американца, Юрий
и Эдвард. So I was babysitting him. And Edward, I was nice to you, promise. I did my best. I know we've been dreaming, we're gonna, when we grow up, when we be an adult, when, когда мы все будем уже взрослые, мы будем explore the world. Так и получилось. I'm flying Delta only, and he's working Delta only. Мечты наши сбылись. Я хотел бы сказать спасибо вам, дорогие Юрий и Наталья. И когда я беседовал с Эдвардом, он сказал, что у вас есть в вашем характере, у вас обоих, то, что он хотел бы иметь в своей жизни. You have some special characters. Что-то особенное есть, что он хотел бы иметь. Вы знаете, я так после того раздумывал, думаю, так Эдвард уже имеет это. То есть, что он видит в вас хорошее, о чем он мечтает, он то принял. И вы послужили в своей жизни благословением для него. Спасибо вам за ваши молитвы, за ваш труд, который вы вложили в его жизнь, за то, что вы его на миссионерские поездки брали и вложили в жизнь его. И он сегодня прекрасный. Это ваши заслуги. Спасибо вам, дорогие. Я хотел бы спросить, благословляете ли вы и отпускаете ли вы? Знаете, легко благословить, но отпустить не всегда легко. А можете ли вы сказать, что мы отпускаем его и благословляем его? Если да, скажите, отпускаем, благословляем. Спасибо. Отпускают. Нормально все. Благословляют тоже. Спасибо. Я также хотел бы обратиться к родителям невесты. Папа Слави, мама Ирина. Вы знаете, по словам вашего сына выходит так. По словам вашего будущего зятя, извиняюсь, по словам вашего будущего зятя выходит так, что ваша дочь, она самая умная, самая лучшая, самая красивая на весь Вашингтон. Если даже точнее, на весь мир. То есть везде, куда могла Дельта унести Эдварда, он нигде подобно не нашел. То есть она у вас самая лучшая. Эдвард, can you say amen to this? Yeah, amen. Это правда. Он настолько в восторге от нее. И она есть благословением для его, и она была благословением для вас. Спасибо вам, дорогие. Вы знаете, я спрашивал Джессики, когда мы познакомились, первый вечер мы общались и с Эдвардом, и Джессикой. И я говорю, ну как так получилось у вас? Ну вы вот сошлись. Ну как ты поняла, что это именно он? И она мне дала такой интересный ответ. Говорит, наверное, потому что я много молилась. Окей. Говорит, я молилась очень много лет. И я молилась, когда начала молиться, когда была очень еще в таком раннем возрасте. Я говорю, да, ты так решила? Говорит, ну мне бы так папа сказал. И она не знала, почему она это делает, но она молилась. И я понял в жизни ее то, что папа сказал это серьезно. Я хочу сказать, что она имеет самый high respect to you. Двоих вас. Она вас очень уважает. Амин. Она очень ценит вами. Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы, за ваш труд, за то, что вы вложили в ее жизнь. Возможно, были слезы, переживания, тревоги. Это все было в жизни, и без этого. Но спасибо, что вы сделали все свое влияние в ее жизнь. И я хочу сказать, смотря на нее сегодня, на этот праздник, у вас, дорогие, получилось. Бог был с вами. И они сегодня благословены. Спасибо вам за это. Пусть Бог благословит. Скажите теперь ваше слово. Отпускаете вы ее и благословляете его? Я знаю, что, не знаю, как для мамы, но для папы дочь отпустить, мне кажется, это самое сложнее, правда? Вот я даже думаю, когда моя дочь будет выходить замуж, она есть my daddy's little girl, не знаю, как ее от, однажды надо будет отпустить. Я про это не хочу думать. Что вы переживаете? Вы ее по-настоящему отпускаете? То есть уже вы так отпустите, значит, будете вверяете в руки этого молодого человека, да? Вы отпускаете и благословляете, да? И благословляете. Спасибо вам. Вы можете садиться. Вы слышали, Эдвард? Они отпустили и благословили. So, guys, you are free right now. So, no one will call you 11:55. Jessica, where are you? It's 11:55. Эдвард, what time you coming home? That's it. It's over. You're free. And this is official. This is true. Так кажется, да? Но поймите, что сейчас у вас будет
вы вступаете, берете на себя больше ответственности. Это намного серьезно. Сейчас вот этот маленький промежуток, может, там полчаса, и вы принимаете полностью всю ответственность за новую семью. You're gonna be just like your parents, building your own family. And this is important. Я хотел бы прочитать одно место и оставить пару мыслей лично для их жизни, и потом мы будем молиться. Я читаю Матфея, это слова Иисуса Христа. Он все же повторил то, что было сказано в начале Бытия. И написано 19 глава, 4 стих. «И сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их? Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает». Я хотел бы сказать, что-то прекрасное Бог вложил, сделал на этой земле и назвал его браком. Я хотел бы сказать, что Бог, Он сотворил брак. He's designer. Он придумал, Он продумал все. И он сценарий сделал, какой должен был брак. То есть идея брака от Бога. И Бог сотворил брак. И Бог сделал брак прекрасным. Вы знаете, он вложил туда, он старался сделать его красивым, чтобы он был красивым, чтобы он был приятным. Он вложил туда все самое лучшее. Взаимные отношения. Он вложил туда чувство любви. Он в брак вложил приятное чувство интимных отношений. Он в брак вложил то, его идея была, чтобы в браке родилась семья. Все самое лучшее Бог вложил в брак. И когда Бог что-то делает, оно есть прекрасным. Дорогие мои, когда Бог что-то делает, оно есть the best. Самое лучшее, что делает, это Бог делает, оно есть прекрасное. Я хотел бы сказать, что брак... Он есть прекрасен. И когда Бог сотворил человека, когда Он сотворил брак, Он сказал «хорошо». Потом говорит «весьма хорошо». То, что творит Бог, оно есть прекрасным. И я хотел бы сказать, что оставляю вам первую мысль. Самый центр вашего брака, центр вашей жизни в вашем браке есть Бог. Запомните. Первое, самое центральное – это Бог для вашей жизни. Если вы будете иметь Бога, you have all 100% chance to have the best marriage in your life. У вас сейчас есть 100% шанс иметь самый благословенный брак. Если то, что есть у Бога, оно, вся его идея, какой должен был брак, вся красота брака, оно у Бога. Дорогие мои, имейте Бога number one in your life. И то все, что Бог задумал, те все благословения, они придут в вашу жизнь. И вы будете иметь по-настоящему прекрасен брак на 100%. Ничего не стройте без Бога. Not a single thing. Whatever you do, ask Him, invite Him. Let Him be always with you in your marriage. Always. Вы знаете, я недавно были на Украине, и я встретился с моим одноклассником. И мне так хотелось узнать, ну как там жизнь сложилась у всех, потому что 25 лет прошло. И я его пригласил на кофе, мы так сидели, общались. Говорю, скажи о жизни, вот, ну как жизнь у того, у той девушки, как сложилась? И после разговора как-то печально стало. Ведь они были все такие, ну, разумные, правильные, они смеялись из нас, верующих. Как-то все время мы были в унижении. Мне казалось, что у них будет абсолютно все perfect, у них будет все nice. Но он рассказывает печальные истории. Тот, говорит, развелся. Та второй раз высор жамус. То есть спился. Там вообще нет целый месс в семье. И говорит, у меня тоже были настолько серьезные проблемы, аж пока я не прибежал в церковь. Говорит, я единственный, кто из этого, или двоих, покаялись. И принял Бога, и у него все нормально в жизни. Дорогие мои, без Бога нету нормальной жизни. Без Бога ничего не сможем мы строить. Оно все будет рушиться. Вот так просто все рушится, если нету там Бога. Пусть number one in your life будет всегда Бог. Вместе ищите Бога. Вместе читайте Библию. Это нормально. Вместе читайте. Хорошо. Вы это делаете. Вместе молитесь. Вместе служите Богу. Вместе служите в церкви. Это важно быть involved in the church. Возможно,
Джессика будет что-то делать в церкви, Эдвард, support her. Поддерживай. Когда будет сложно что-то, поддерживай ее. Так же само ты, Джессика. Когда Эдвард будет служить в церкви, be there. Support him. Spiritually support. And be involved in the church. This is all your life. Это есть благословение, чтобы вы сделали вместе. Проходите вместе все. Проходите вместе трудности, радости, бури, переживания. Пусть все у вас будет вместе, together, in God's presence. Следующее, хотел вам оставить следующую мысль. В основе брака Бог положил любовь. Что-то такое прекрасное чувство любви. Я думаю, наверное, самый свежий, кто может сказать, что такое любовь, это Эдвард, правда? Can you explain what is love mean? У тебя так бывало, что ты хочешь вот так встать на Джессику и просто на нее смотреть? And you feel good inside, right? Yeah, yeah, okay. Прекрасное чувство Бог вложил в брак — это чувство любви. Вы знаете, когда Бог сотворил человека, Адама, Он сотворил его в Эдемском саду, и там было все так прекрасно. Была самая лучшая природа, которая могла быть. Все было все so fresh, everything new. Fresh. И там жизнь была, по Слову Божьему мы знаем, она была настолько уникальна, даже дождя не было. Наверное, бы все с Вашингтона не против были бы переселиться в рай, да, там дождя не было. Там все орошалось росой. Оно было настолько прекрасно, и мне кажется, лучшего места на земле, ну, не было. Кто хотел бы жить в раю? Я думаю, все сказали бы, я хочу жить в раю. Бог поселил там Адама, и кажется, ну все, ну наслаждайся жизнью, вечно будешь жить. Звери не были такие дикие, как сегодня. Он мог с ними, им имена давать, рядом где-то ходить с ними. Все было так прекрасно. Я представляю, это был рай по-настоящему. И Бог впервые во всей истории свое творение сказал, нехорошо. Что-то здесь не так. Нехорошо быть человеку одному. It's not good. Бог вложил в сердце человека и в вашем сердце. Вложил так, чтобы кого-то любить и быть любимым. So when you love someone, and you want someone will love you. Это очень важно. Знаете, когда человек никого не любит, и когда его никто не любит, тогда приходит одиночество. Тогда в жизни людей просто теряется смысл жизни. Человек стает нелюбимым, и приходит одиночество, и человек просто готов уйти с этого мира. Нету человека, который мог бы быть рядом. И я вспоминаю, я читаю одну книгу, и писатель пишет об одной ситуации. Он заметил, проходя возле одного там большого исторического места, такой памятник был, и он там гулял, и он встретил одного человека на коляске. И этот человек первый зацепил его, и такой, ну, радостный, жизнерадостный, начал спрашивать. И его заинтересовало, он остановился. Он увидел здесь рядом возле коляски двое пожилых людей. И он с ним больше познакомился, они разговорились. И тот человек, что на коляске, рассказывает, как трудно было в его жизни, когда он упал и повредил свой позвоночник. Он прошел определенную депрессию в своей жизни, 3 раза проходил депрессию и еле-еле выжил. И говорит, я ее спросил, ну а что тебя сделало таким веселым сегодня? Вот ты такой excited, что тебе дало, что ты вот можешь такой быть жизнерадостный? Он ответил простым словом, любовь. Говорит, меня любили. Меня любили отец, мама. И меня любила моя подруга, которая каждый день приходила и меня поддерживала. Говорит, если бы не эта любовь, я бы не смог выжить. Я понял, что любовь, она помогает пройти много трудностей, преодолеть много. Да, чувства, они могут меняться, меняться в нашей жизни. Больше, меньше чувства, но любовь, привязанность друг к другу, это что-то большое, это что-то сильное, то, что Бог дал в жизни брака, и пусть у вас всегда будет любовь. Вы пройдете разные бури в жизни, они приходят, пусть у вас будет любовь. Я хотел бы вас спросить сегодня, Эдвард, tell from your heart, do you love Jessica? You love Jessica, that's good. Jessica, do you love Edward? Он ее любит, и она ее любит. Это прекрасно. То есть вы по любви решили жениться, да? Выходить замуж, да? По любви. Only love. Это фундамент вашего брака. Спасибо вам, дорогие. И хотел бы еще оставить одну мысль перед тем, как мы будем молиться. Это
Завет верности. Это верность друг другу. Вы знаете, я хотел бы сказать, что в завете, когда заключается завет между вами и Богом, там конкретно есть рука Божья в этом. И что-то происходит духовное между вами, то, что соединяется Богом во время, когда вас благословляют в молитве. И Бог, в Слове Божьем написано, что кого Бог сочетал. Не мы сочитываем, мы просто говорим, мы даем наставления, мы говорим какие-то мысли, оставляя на их жизнь. Но сочитывает Бог. В браке есть рука Божья. И Бог соединяет вас и делает вас одним. Двух вас делает одним. Знаете, каждый завет, он требует жертвы. Завет верности вашей, он требует жертвы. Мы прочитали место, написано, что оставить человек отца свою, мать свою и прилепиться к жене своей. Оставить отца и мать – это непросто. Это жертва, правда? Это жертва. Ну, кто может сказать, что мне легко оставить отца и мать, все. Мне легко, легче от этого. Но это жертва. Это надо чем-то пожертвовать в своей жизни. И оставляя своих родителей, вы уже делаете шаг жертвенности друг к другу. Это возможно пожертвовать своими друзьями. Да, они будут у вас. Но у вас будет главное вы между собой. Это пожертвовать своими хобби. Это то, что было usual для вашей жизни. То есть, Эдвард, если ты любил ехать на Гавайи with the boys, это было your favorite thing, right? Just go with the boys, explore Hawaii. I know that. Может, иногда надо пожертвовать. Если я не скажу, boys, don't do this anymore, okay? Если надо, то ask Jessica, if he let him go, okay? If she let him go, okay? Потому что они сейчас будут вдвоем. All the decisions you're going to make together. Иногда чем-то надо жертвовать. Особенно хочу сказать, чем надо жертвовать, это своим я. So me, all about me. This is for me. This is all about me. Оно должно как бы внутри вас умереть. It's all about us. Вместо я, мы. Together. Вас объединяет Бог. Это жертвенность. Мы чем-то должны жертвовать. Вы знаете, иногда люди приходят и говорят, мы вот такие разные. Мы не можем жить вместе. Иногда какая-то капл приходит и говорит, мы такие разные, не можем жить вместе, мы такие разные. Говорят, ну в чем проблема? Да ему тонером, ему нравится кофе, мне чай, ему нравится борщ, мне суп, ему нравится приглашать гостей, а мне нет. Или наоборот. И говорит, мы не можем жить. Дорогие мои, это нормально, что мы разные. Эдвард, это хорошо, что вы разные. Ты же не хочешь, чтобы Джессика была полностью все понимала, как ты. Да, не будет интересно в жизни. Это разные. Так Бог создал. Он создал different. Это уник. Это интересно. И вы должны находить вот это разное, вы должны находить компромисс. Где-то вы должны уступать друг другу. Например, в моей жизни, если мы с женой многом чем сходимся, ну, например, она больше ей нравится в вопросе, там, например, vacation, больше ей нравится, это горячий песок, шумит море и зонтик с мури. Или зонтик с мури, все это для нее самое лучшее, что можно представить. Для меня, например, это горы, это снег, это утром горячий кофе, и ты смотришь на снег, горы, наслаждается прохладным воздухом. Это для меня все. I would be there all the time. Ну и надо какой-то компромисс. Договариваемся. 3 раза на море, 1 раз на горы. То есть уступать чуть больше надо. I mean, you be more жертвовать than her, okay? I mean, you just have to do this way, okay? То есть находите компромисс между собой. Хорошо? Вы будете разные. То есть ваши характеры, они есть разные. И вы где-то встретите эти моменты, что вы разные. Один раз ты уступи ему, другой раз ты ему уступишь или ей уступи. Хорошо? Пусть Бог благословит, что вы, вот когда, даже если вы разные, но что, все же, что вы находили между собой вместе, вас Бог будет соединять, вы будете вставать вместе, вместе вы будете вставать прекрасными, и Бог вас в этом благословит. Также я хотел бы еще сказать, этот момент, когда вы принимаете ответственность. Это момент, когда вы должны принять ответственность. Вы оставили своих родителей, время пришло
взять ответственность в своей жизни. Эдвард, you need to take responsibility. Она на тебе. За твой дом. За духовное состояние твоего дома отвечаешь ты. И ты тот, кто будешь предстоять пред Богом за свою семью. Для тебя глава Христос. Для тебя, Джессика, глава муж. И ты, Эдвард, берешь responsibility, ответственность в том, чтобы отвечать за, как я сказал, духовное состояние. Чтобы она никогда не была обижена. Чтобы она не плакала. Тебе ее доверяют родители. Тебе ее доверяет церковь. Тебе она сама себя доверяет. Пожалуйста, take care of her. You are a provider in your house. Ты должен быть provider, то есть работать. Как Адам в поте лица добывать хлеб. Да? Знаете, если невеста где-то решить отдохнуть, не работать, или жена, это нормально. Но если муж скажет, я хочу отдохнуть полгода, не работать, это ненормально. То есть ответственность на тебе, you are a provider, you want to make sure that there's the bread on the table. И ты несешь полную ответственность. Также, Джессика, ты тоже берешь ответственность, определенную ответственность в своей жизни. Ты помогаешь своему мужу. Помощник — это не тот, кто Бог имел в виду, тот, кто будет все время подсобником, что муж не захочет, то и жена делает. Но это вместе. Вместе — это значит какую-то деталь поднять надо вместе, потому что самому трудно. Что-то сделать надо вместе, потому что самому трудно. Она твой помощник, вы делаете вместе. И желание, чтобы ты взяла эту ответственность и помогала Эдварду, когда, может быть, у него будут какие-то трудные моменты, чтобы ты поддерживала его, когда он в служении, чтобы ты устрояла свой дом. Вы знаете, когда обычно говорят, дом оценивай по жене. Когда приходит в дом, смотрит, вау, как здесь уютно, как здесь хорошо, как здесь приятно. И все понимают, что здесь involved жена. Даже если муж немало влаживает туда времени, пылесосить, помогать, убирать, но все кредит идет для жены. It's okay. This is your part in your life. Это прекрасно. Любите друг друга. Вы знаете, иногда бывает, когда семьи где-то уходят в любовь, где-то рушатся, и они начинают иногда ездить на семинары. Потом какие-то консультации. Потом не помогает, думаю, будем смотреть romantic movie. Не работает. Читает романтические книги. Не работает. Я однажды беседовал с одной молодой семьей, и я говорю, что-то помогло. Говорит, ну, в Библии Слово Божие написано, Бог есть любовь. God is love. Если будет дом ваш наполнен Богом, берем так дом ваш, и туда приходит Бог. Что приходит с Богом? Love. И весь дом наполняется любовью. So, you want more love? More God. Без Бога любви нормально не будет. С Богом будет у вас самая лучшая любовь, самая прекрасная любовь. Пусть Бог, я желаю, чтобы Бог благословил ваш дом, что в вашем доме была любовь, которая вас покрывает, которая покроет вашу всю семью, ваших детей. И знаете, вы замечали когда-нибудь маленьких детей, когда они играются, и папа приходит к маме. Я лично замечал в своем доме не один раз. Так когда и приходит папа к маме, и так обнял маму. И ребенок как будто имеет глаза сзади. Все бросает и бежит, и пробует просунуться on the middle. Правда? Бывало так? Я думаю, что бывало. Ребенок хочет быть on the middle of love. И мое просто желание, чтобы ваш дом был просто наполнен любовью. Чтобы каждый зашел и чувствовал, здесь есть love. Наполняйте свой дом Богом, и у вас будет прекрасная любовь между вами. Я хотел бы также сказать, обращаясь к вам, тебе, Эдвард, все, что было в жизни Джессики есть, все ее, возможно, горы, долины, все ее самые сильные моменты и слабые моменты, возможно, все ее переживания, радости, слезы, печали. Все, что она не прошла, какие-то приобретения, потери, оно становится частью твоей жизни. Same thing, Jessica, for you.
whatever been going through David, I mean, Edward, через что он проходил, разные моменты. Возможно, это его какие-то сильные стороны, слабые стороны. Возможно, это горы или долины, какие-то переживания, или это бывают просто радостные дни. Все его приобретения и потери, все становится частью твоей жизни. You're gonna carry each other. Все эти моменты, они становятся частью вашей жизни. Я хотел бы обратиться сейчас, Эдвард, к тебе и сказать, спросить просто тебя, готовы ли ты взять вот эту ответственность? И готовы ли ты дать обещание? Верность, любовь, всегда любить ее, оберегать ее, заботиться о своей семье, быть верной ей до конца своей жизни. И делай все прекрасно, чтобы она всегда радовалась, всегда улыбалась, как сегодня. Чтобы она не плакала от слов твоих, от жизни, которая слаживается. Чтобы готова ли ты взять эту ответственность и обещаешь ли ты верность ей? И если да, скажи, готов и обещаю. Promise, that's good. He's promised. Также обращаюсь к тебе, Джессика. Готова ли ты взять ответственность в своей жизни, помогать Эдварду, когда, может быть, момент у него будет сложный. Взять ответственность за ваш дом, за уют вашего дома. Быть любящей женой, поддерживать его. Заботиться о своем доме. Когда Бог вам даст детей, вашу семью, быть хорошей мамой для них. И обещаешь ли ты свою верность своему мужу, любовь и быть прекрасной женой для него? Если да, скажи, что ты обещаешь. She's promised. We're happy for you. А теперь мы хотели бы, чтобы они свои обещания, они желали сделать это, сказать свои обещания, то, что они приготовили от своего сердца. Они это будут делать от сердца. Возможно, with the tears. May God bless you. Jesse, one of my favorite times with you. Is when we sat down to write some of our favorite memories in our little memory journal. We would write the date, what we did, and a little about it. I remember looking up and thinking, "You're doing good, Edward. Keep going." I can make a lifetime of memories with her. Now, after today, we'll get to write about the time we got married and how beautiful you looked in your wedding dress. Break it down. So, Jesse, I promise to always have our memory journal filled with laughter and love, proud moments of strength, and many dreams accomplished. Of times we overcame hardships and sicknesses, and when we learned from our mistakes. I promise to keep God as our foundation and His Word as our guide, to be your best friend and make a lifetime of memories with you until death do us part. I love you. Eddie, I promise to love you, to cherish you, to hold you when you need me, and to bless you and honor you. I can't promise that I'll ever be deserving of your love, but I promise to try my best to love you as much as a person can. I thank God every single day for you, and I've never been so certain of any other decisions such as this.
You are most beloved gift from God. And it might be cliche to say, but I fall in love with you more every day. Your serving hands, smiling eyes, loving words, laughing cheeks, and listening ears make me love you all the more. I promise to always put God in the center of everything. And I promise to always love you in the good and bad times. You are my matchless and immaculate Eddie. And no matter how many times I say it, I will always remind you that I love you. And most importantly, show it. I love you. Вау. Это так трогательно. Спасибо вам за ваши обещания друг другу. Дорогие мои, мы идем к важной части этого праздника. Я хотел бы сказать, это одно из самых важных моментов этого сочетания. Это будет молитва. Почему-то я всегда, ну, особенно к этому моменту подхожу. Потому что здесь во время молитвы что-то происходит. Вот они такие чистые в своей душе. Мы молились за них. They come before God. Когда вы делаете иногда детали, свариваете, они такие, ну, почищенные, они хорошо предстанут. Вот так же и их сердце, душа, она чистая. Я верю, что рука Божия соединит их навсегда. Дорогие мои, мы живем время непростое на этой земле. И церковь, Бог дал право для церкви молиться и благословлять. И оно работает в жизни. Я буду призывать сегодня всю церковь к особенной части вот этой молитвы. Как хотелось, чтобы здесь, во время вот этой молитвы, Бог навсегда сочетал их. И этот брак был благословенный на все дни их жизни, чтобы они не горевали, были благословены. Не припоминается один муж в Израиле, который молился. И возвал Иовис к Богу Израилю и сказал бы, если бы благословил меня твоим благословением, распростер пределы мои, и рука твоя была бы со мною, и охраняла меня от зла, чтобы я не горевал. Дорогие мои, слово дальше Божье говорит, и Бог не спасал ему, что он просил. Так просто, но так благословенно. Как хотелось, чтобы сегодня они воззвали, и мы, церковь, я хотел бы, чтобы вы создали на этом месте вот этот молитвенный дух. Молились за них. Мы об этом постились, мы об этом много молились, чтобы вот это благословение, как Иовис молился, так просто, если бы Бог меня благословил. Он так желал вот этого благословения. Я хотел бы сказать, они желают вот этого благословения. Но если бы Бог сейчас их благословил, они были бы благословены. А Бог это силен сделать. Я буду просить всю церковь особенной молитвы, чтобы Божье присутствие пришло. И Бог своей рукой, то, что Бог делал, уже много миллионы пар, чтобы Бог сочетал своей рукой, чтобы на этом месте была рука Божья. Сочетал навсегда. Дал им прекрасное благословение, здоровых детей, дай им здоровье, чтобы не было преждевременной смерти, чтобы они были всегда благословены, чтобы они были всегда в присутствии святого Бога. Помолите, как за своих детей. Помолитесь, как за своих братьев, родных или сестер. Помолитесь, как за своих родных. Пожалуйста, церковь, вознесите эту молитву. Я прошу всех сегодня вознести эту молитву. Порядок молитвы будет так. Сначала помолится жених Эдвард, потом невеста Джессика. После того мы попросим мам, будет молиться мама Наташа. И после того будет молиться мама Ирина. Отцы, они как служители, они помолятся возложением рук. Помолится папа Юрий и потом отец Славик помолится, благословит их детей. После чего мы хотели бы пригласить, чтобы старший пастор Сергей Миронюк, он тоже произнес молитву благословения в их жизнь. И также совершить молитву пастор Василий Галанеси сразу после того. И мы как церковь совершим молитву. И потом я закончу эту молитву, благословляя эту молодую пару. Я просил бы, дорогие, давайте мы поднимемся наши ноги. Молитесь внутри, когда они будут возносить молитву к Богу. Поддерживайте молитвы. Говорите аминь этим словам, которые они возносят Богу.
благословите их внутри вашем сердце. И Бог благословит их в их жизни во имя Иисуса Христа. Эдвард, совершай твою молитву и проси, что ты хочешь у Бога сегодня. Heavenly Father, God, I thank you for today. I thank you, God, for your Son, Jesus, who died on the cross for our sins, who gave us salvation and freedom and life. God, I thank you for my family, my parents, my friends, God, who made me the man I am today. God, I thank you for that. I know your hand has been upon me my whole life, God, and I can see it every day, God. I just worship you for that, and I thank you, God, for protecting me, for loving me, God, and giving me life. And Lord, I pray on this day right now, God, that you just bless the remainder of it, God, and the rest of our lives, God, every day that we Hallelujah. Don't forget your name, don't forget what you've done for us. Hallelujah. Help us, God, to be strong in our walk with you. Hallelujah. Guide us, Lord, lead us with your spirit. I pray that you give us strength, God, during the hard times. That we may look to you, God, having you as our foundation. I pray that you bless us, God, physically, spiritually, financially, God. Help us be an example to those around us, God. I thank you so much for life, God, for your Son, Jesus, the Holy Spirit, and you being you, God, above all. Amen. God, I thank you for this day. Thank you for your goodness, for your love, for your mercy, and for your kindness that leads us to repentance. I thank you that we can stand here before you today. I thank you, God, for my family, my mom and dad, who taught me all your ways, encouraged me, and loved me, God. I'm so very thankful for them, Lord. Thankful for Eddie's parents, God, for raising a godly man for me, God. And I thank you that they're so loving, God, to me too, God. I'm so thankful for Eddie that you crossed our paths together, Lord. And now I get to marry him, Lord God, and we have to please bless our marriage, Lord. We want you, God, to be the center of everything, Lord God Almighty. Please be the center of everything, God. Help us to always turn to you in the hard times and in the good times, Lord Jesus. Bless our future family, Jesus, God, and our journey, God, that's going to start, Lord Jesus. We want you to be always with us, Lord. Let your Holy Spirit always guide us and fill our house and fill our hearts, Lord Jesus. Bless us. We ask you, we can receive blessings from other people, but what we really want is a blessing from you, God. Bless us in the name of Jesus, I pray. Amen. Родители, пройдите, пожалуйста, вместе, встаньте, совершите эту молитву благословения. Дорогий Господь, в цей час я пристала в ніг Твої, святий Господь мій і Бог мій. Я Тобі щиро вдячна за цей день, Господь. Я дякую Тобі, Господь, за наших діток, за нашу сім'ю, Господь. Я дякую Тобі, Бог мій, що Ти являєш свою милість. Бог мій, я Твоє дитя, Ісус, і перед Твоїм святим лицем прошу в цей день благословіння. Ти бачиш, Боже, в цей час нашого синочка Едварда, Господь, і нашу донечку тепер буде для нас Джесічка, Боже, благослови них, Господь. Я Тобі щиро дякую за Твою любов, за ласку і доброту Твою, Боже мій, за те, що Ти, Господь, є наш Спаситель. Я дякую Тобі за наставлення, Господь. Ми просимо в цей день, Ісус, нехай милість Твоя буде над ними. Нехай Твоя ласка і доброта буде завжди в житті, Господь, наших дітей, Ісус. Допоможи для них, Господь, не залиш їх ніколи, Господь. Дай їм мир і спокій, дай їм, Боже, щасливе життя, щоб вони завжди були, Господь, в єднанні з Тобою, Бог наш. Тому що на цій землі, Боже, Ти, Господь, є наш Спаситель, на якого ми надіємося. Ми Тобі довіряємо, Господь, наших діток, Ісус.
Я дякую тобі за всі наставлення, за всі благословіння, Ісус, і від мене прийми також, Господи. В ім'я, Господь, Твоє прошу, нехай мир і спокій буде даний ще на землі для діток наших, Боже мій. Благослови наших всіх гостей, благослови, Господь, наших сватів. Господь, ми дякуємо, що вони так виховали донечку, Господи, яка є, Господи, є для благословінням для нашого сина. Боже, ми це відчуваємо і бачимо. Господи, ми вдячні Тобі, Ісус, за все. І надальше благословити всіх нас. Будь з нами, наш добрий Бог. Ми дякуємо Тобі за друзів наших, які прийшли разом розділити наше це свято. Будь з нами. Хвала Тобі за все. Амінь. Господь, я благословлю вас, Ісусе, за любов, за милость, Господь. За то, что ты посылаешь, Ісус, я так тебе благодарна, Господь. Я так благодарю тебе, день, Ісус, який ты даровал нам. Я благодарю за жизнь, Господь, яку ты мне дал, цей подарок. Я благодарна, Ісус. Я так прошу, благослови Наталью, благослови их семью. Благослови эти, Господь, я прошу Тебя. Я умоляю, Господь, пошли им хорошо, благословенные деточки, Господь, чтобы мне все было хорошо, я прошу Тебя, Иисус. Чтобы Ты в них был на первом месте, Господь, я так прошу Тебя, Господь, чтобы мне повернули свет, Господь. Я прошу, благослови. Я тебе дякую за цей день, Господь, за друзів, які прийшли, Господь. Благослови кожного, Господь. Я так тобі благодарна за все. Тобі за все буде вічна слава, чесний Дусти. Амінь. Святий і праведний Отець Небесний, цей день радості. Я щиро тобі дякую, благословляю твоє ім'я за те, що ти дав це право і привілегію благословити наших дітей. Я тобі щиро дякую, Боже, за сім'ю, за розумну, мудру дружину, за діток, яких ти дарував для нас. Особливо сьогодні молю за Едварда, Боже, який радістю, благословінням був в нашому домі. І так швидко цей час пройшов. Сьогодні, коли він одружується і щиро так полюбив Джесіку, Боже, я тобі за це дякую. Я дякую тобі за благословіння, які ти давав нашому домі, за всіх дітей, за те, що вони знають тебе, за те, що вони прийняли тебе як особистого Спасителя. І я дякую тобі, Боже, за те, що ти благословив Джесіку і батьків її, і вони могли полюбити один одного і поєднати свої долі. І за це право для нас, батьків, яке ти дав сьогодні, Боже, благословити дітей. Я щиро тебе прошу, Боже, нехай рука твоя буде над ними. Бережи їх духовно, морально і фізично. Благослови, Боже. Нехай милість Твоя буде в їхньому житті, я прошу Тебе. Нехай завжди любов буде вірність до кінця їхнього життя. Благослови їх гарними синами і дочками, Боже. Благослови во ім'я Твоє, прошу, Боже. І нехай буде Твоє помазання, Твоя защита святої крові над ними. Раміне Алфарайде, Раміне Глайде, кров Ісуса Господь. Нехай буде благословінням для них, Боже. Благослови, я прошу фінансово так само від небесних і земних благословінь, Боже. І я дякую тобі за їхню щедрість і жертвенність. Нехай вони завжди замічають тих, які нуждаються і служать благословінням, Боже. Нехай ця сім'я буде благословена і хранима тобою, Боже. І зразковою сім'єю я прошу во ім'я Твоє, Боже. Я дякую тобі за цей день, за служителів, за друзів, за наставлення, за погоду, за те, що ти так чудово благословив і устроїв. Тобі єдиному належить честь і слава. Я тобі поклоняюся, дякую тобі, Боже. І нехай надалі цей день буде благословений тобою во ім'я Твоє, молю, Боже. Бережи їх від всякої заразної хвороби, від передчасної смерті, Боже. Сохрани, да буде їхній дом і їхня сім'я під Твоєю защитою. Во ім'я Твоє молю і дякую Тобі, Отець Небесний, Ава, Отче. Нехай ім'я Твоє буде благословенне, Боже, за те, що вони знають Тебе і будуть благословені Тобою. Я прошу це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Боже наш, благословено ім'я Твоє, Цар царів і наш Боже, ми дякуємо за сьогоднішній день, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за той день, коли Ти дарував для нас чесненько, Господь. І до цього часу Твоя рука і Твоя милость, вона була над нами, над нею, Господь. Ми дякуємо Тобі за Еді, якого, Господь, Ти даруєш сьогодні для неї, Ти єднаєш ці долі, Господь і Бог. Ми дякуємо за родину, за батьків, за які воспітали його, Господь, по слову Твоєму, Боже наш. І тепер, стоячи перед Тобою, дорогий Господь, і благословляючи їх іменем Твоїм, Боже наш, ми просимо, нехай Твої благословення будуть на все їхнє життя, Господь. Нехай ця сім'я, Господь, вона буде зразком в цьому світі, кременесалний, Господь. Нехай люди вокруг бачать, Господь, образ Твій, кременесалний, Господь, щоб во всьому воля Твоя була виконана в них, Господь і Бог. Jesus, кременесалний, алілуя. І Господь, коли Ти даруєш їм діток, Боже наш, нехай вони дарують мудрості так само воспитати по слову Твоєму, кременесалний, щоб вони були для слави Твоєї, наш Божий Цар, наш кременесалний. Ми просимо, Господь, нехай благословіння, нехай потоки, Господь, Твоїх благословінь від нижніх і верхніх, вони починуть над ними, кременесалний, Господь. І коли вони будуть проходити, Господь, можливо, долинами цими, Господь, поможе їм, коли зовуть к Тебе, щоб Ти почув голос, кременесалний, і вийшов на зустріч їм, Господь і Бог. Коли вони будуть проходити, Господь, і вершинами, Ісус, поможе розуміти, що це благословляюча рука Твоя, Господь, щоб могли триматися і в той час Тебе, кременесалний, Салди, мій Боже, я прошу, Господь, нехай і Твоє благословіння почуває особливо на цій сім'ї, кременесалден. Ми це просимо во ім'я Твоє, Господь. Нехай во всіх ситуаціях життя їхнього, Господь, вони, щоб не відійшли, Господь, від Тебе і завжди центром їхнього життя був Ти. Це желання і молитва наша перед Тобою. Нехай во всьому ім'я Твоє буде прославлене за те, що Ти чуєш молитви наші. Тобі вся слава, честь і хвала. Амінь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Божия я благословляю эту прекрасную молодую пару Эдварда и Джессику и предоставляю их перед лице Твое для благословения. Пусть Твое отцовское благословение, Господи, придет на ихнюю жизнь. Да будет Твоя рука, данная для ихней жизни в помощь всегда. Господи, благословение родительское, которое было подарено для них, пусть оно будет утверждено на их жизни и заветом мира, и заветом правды, увенчая их жизнь. И пусть они любят друг друга всегда. Боже, да будут они благословенны всяким благословением, которое приходит от неба и от земли. Я благословляю Эдварда, чтобы он был добрым мужем для своей жены, чтобы хранил ее, дорожил ею, ценил ее, Боже, и давал всегда для нее благословение. Господи, и всегда пусть любовь пребывает в его сердце к ней. Да будет и милость Твоя над ним, и забота Твоя с ним. Господи, благослови, чтобы он имел полный достаток, и чтобы, Господи, семья ихня было при благословении духовном и материальном. Господи, как глава семьи, пусть он будет под защитою и охраною Твоею и всегда любит Господа. Господи, я благословляю также Джессику, чтобы она была благословенной женою для Эдварда. Благослови ее. Пусть она благословенна будет в доме. И благослови ее, чтобы она могла родить детей. И дети, которые родятся, пусть будут для славы святого великого имени Твоего, а в ихнюю радость. Благослови ее добрым здоровьем, силами духовными, также физическими, Господи, силами, и да будет на ней Твое благословение. Я всегда прошу, Господи, о том, чтобы она была, для всех желаю этого, чтобы была мудрой и доброй женой. Господи, для своего дома, как написано в Писании, чтобы могла устроить дом в славу имени Твоего святого. Благослови ее охраною
заботою и попечением Твоим. И, Господи, пусть семья будет всегда под защитою Твоею. Храни их от всякой беды, от несчастья. И благослови всяким благословением, которое приходит от Тебя, Всевышний Бог. Моя молитва во имя Иисуса Христа за эту прекрасную молодую пару. Аминь. Наш Небесний Владика, цей день, який Ти створив, Господь, для нас, для народу Твого, а це є особливий день для наших молодих, для нашого брата Едварда, для сестри Джесіки, Господі, ми призиваємо ім'я Твоє і іменем Твоїм ми благословляємо цих молодих людей. Господи, я певно вірю, що Твоя милуюча і благословляюча рука була в їхньому житті до цього часу. Господі, той день, коли вони прийшли в цей світ, Господи, він був благословений Тобою. Їхнє життя, Господі, всі дні, які Ти подарував для них, вони були, Господи, під благословінням Твоїм. І Твоя сильна, могутня рука провадила їх до цього часу. Ми дякуємо Тобі, наш Господь. І ось нині вони перед Тобою стоять, і вони чекають Твого благословіння. Вони чекають, Господі, щоби Твоя благословляюча рука, вона опустилася на їхні голови. Господи, ми так молимо і просимо Тебе, з'єднай Ти сам їхні долі. Я молю Тебе, Господі, звінчай Ти сам, Господь. І нехай, Господі, від даного моменту вони йдуть через життя, і вони будуть одним, цілим, нероздільним. Господи, так, як я в Твоєму божественному плані. Господи, молю Тебе, щоб не знайшлося такої сили, щоб ніхто і ніщо не розлучило їх в цьому світі. Щоб вони разом пройшли, Господь, і пронесли, Господі, цю любов, яку Ти, Господі, поселив в їхні серця. І щоб з кожним днем вона розгоралася все більше і більше. До сивини, до глибокої старості, щоб вони були разом, Господь. Молю Тебе, Господь, благослови їхнє життя. Господь, коли Ти подаруєш для них синів і дочок, нехай вони народяться здоровими, красивими, розумними, Господі. І нехай вони пізнають Тебе, Господь, і будуть Твоїми синами і дочками. Це є наша молитва до Тебе, Господі. Це благословіння батьків, Господі. Благословіння церкви Твоєї і народу Твого. Ава, Отче, да буде ім'я Твоє благословенно. Господи, молю Тебе благословити від тих небесних скарбниць, Господі. І земними благами, да будуть вони благословенні, щоб завжди в них було вдосталь хліба і до хліба в їхньому домі, Господь. І щоб Твій небесний мир завжди перебував, Господі, в їхньому домі. Господі, все це ми молимо і просимо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Церква дорога, зараз час, коли ви вознесете молитву вместе. Я просил бы, кто сегодня, но имеет дерзновение, хочет поднять свою руку, благословить, благословите. Скажите все слова благословения в их жизнь, и пусть ваша молитва, как церкви, которая имеет большую силу пред лицом Божьим, она сегодня будет услышана Богом. И придет Божье благословение на их жизнь. Молимся, церковь, молимся, просим благословения. Молитва святых – это как чистый фимиам при лицом Твоим. Молитва возносится церкви Твоей, а благословение этих молодых людей. Господь, благослови! Аллилуйя! Во имя Иисуса!
Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь, благодарим Тебя. Господь, в этот исторический момент, сегодня 10 августа 2019 года, исторический момент в жизни этих молодых людей, Эдварда и Джессики. Они решили сегодня предстать пред лицом Твоим. Они склонили свои колени и просят милости у Бога. И просят благословения сегодня у Тебя, Господь. И сегодня Твоим именем имея эту честь. Хочу благословитесь их именем Твоим, Господь. И мы верим тем, кто, те, кто благословляют именем Твоим. Приходит благословение на основе Слова Твоего во имя Иисуса Христа. Я благословляю Эдварда и Джессику именем Божьим. И пусть все большие Божьи благословения, все Божьи обетования, которые даны в Библии, да придут на жизнь ихнюю во имя Иисуса Христа. Господь, благословляй их добрым здоровьем, благословляй их крепкими силами. Именем Божьим благословляй их для долгих лет жизни на этой земле. Пусть они никогда не горюют, не переживают своей жизни, но видят благословение. Пусть благословение прольется на ихнюю жизнь, на жизнь ихних детей, на жизнь ихних потомков, которые будут после них. Во имя Иисуса Христа. Пусть этот род, он будет сильным, благословенным Бога. Пусть эта семья будет свидетельством окружающим, что с ними Бог во имя Иисуса. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Да придут все благословения, Господь, благословляй их для особенного труда в Царстве Твоем. Господи, Эдварда благослови, помажь его Святым Духом. Дай ему Слово Твое уста, чтобы он проповедовал Евангелие народам, чтобы он был в Твоем помазании, в Твоей славе. Пусть он будет Твоим служителем в доме, Господь, своем. Пусть он отвечает за свой дом пред лицом Твоим. Дай ему мудрости, дай ему понимание, дай ему, Господь, предстоять пред Тобой и нести ответственность за свой дом. Дай, Господи, ему обильно много любви в его доме. Пусть Господь любит Джессику от всего своего сердца во все дни своей жизни. Пусть ничто в жизни не разделит эту любовь, которую Ты дал в жизни их. Благослови, Господь, его, как священника в доме. Господь, именем Твоим благословляю Джессику. Благослови ее жизнь. Пусть она будет всегда в Твоем присутствии. Пусть она переживает Тебя в своей жизни. Пусть будет благословена ее жизнь. Господи, благослови, Господь, от Твоих всех благословений, которые Ты хочешь дать, пусть прольются в жизнь ее. Пусть она поддерживает своего мужа в разных служениях, которые он имеет. Пусть она любит от всего сердца. И когда родится Господь у них дети, благослови, чтобы они родились здоровыми, чтобы они были крепкими, чтобы они были сильными и благословенными. Благословляем их именем Бога. Пусть они никогда, Господь, не имеют скудости в своем доме, но пусть обилие Божьего благословения пройдет в жизнь ихнюю. И финансово, и материально благослови. От росы небесной, от тука земли, да прольются Божьи благословения в эту семью во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. И мы верим, что эта молитва услышана. И мы верим, что эта молитва записана. И мы верим, что в святой молитве Ты сочитываешь их навсегда, во все дни жизни своей. Ты их сочетал в этой молитве во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за этих прекрасных людей. Да будет Тебе слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А сейчас будет очень важная деталь, это очень дорогая вещь. Вот этот маленький мальчик, он стоит с коробочкой, его зовут Тони. Может, свое имя услышать. Я вчера пробовал с ним договориться, я узнал, что у него будет самое дорогое кольцо. Говорю, давай мы где-то спрячем. Он говорит, что нет. Я говорю, давай, ему уже $100 предлагал. Он говорит, нет, он верный своему служению.
Tony, Tony, this is your time. I know, looking at them, this is your time. You can bring the ring, okay? Good job. Они обменяются кольцами. Это знак бесконечной любви и верности друг другу. Edward, you may place the ring on her left hand, right, правильно. Дорогие мои, то, что нас требует Библия или чему учит Библия и в церкви, как принято, мы сделали. Есть еще один момент, что нас просит сделать штат Вашингтон, чтобы все же они были official. Они должны подписаться сертификат marriage, еще одно документе. Это очень важно. Тоже такой исторический момент. Пожалуйста, подпишется жених-невеста, а потом best man and maid of honor. Тоже поставили свои signature, и я так же сам. Дорогие мои, сегодня имею большую честь объявить для всей церкви, что Эдвард является законным мужем для Джессики. И Джессика является законной женой для Эдварда. То, что Бог сочетал, да не разлучает человек. Объявляю их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А сейчас тот момент, его все ждут. Пожалуйста, все ваши фотоаппараты, камеры. Get ready. You may kiss your bride. This is your moment you've been waiting for. Дорогие мои, все желающие, кто хотят поздравить, пожалуйста, сейчас родители поздравят, а потом желающие, кто хотели бы их поздравить, это их special day, пожалуйста. Дорогі гості, всі присутні, родичі, ви можете присісти, будь ласка? Знаєте, я вам дуже щиро від імені нашої сім'ї, сім'ї Славіка, Ірини, дуже щиро дякую, що ви прийшли розділити разом з нами те свято. Нехай вас Бог благословить. Знаєте, є гості з Аляски, з Міннесоти, з Джорджії, з України, Каліфорнії, мабуть, із других місць, з Вашингтона. Всі ви благословені. Дуже ми вам дякуємо, що ви сьогодні уділили цей час бути разом з нами. Хочу сказати, що для вас всіх є місця. Ми пробували деякі місця організувати під номерами, деякі є вільні. Бо, знаєте, до кінця не знаємо, скільки з дітьми прийдуть, скільки ні. Для вас всіх достатньо місця –
а їжі особливо. Там ви будете проходити, є прохолодительні напітки. Як ви будете заходити в зал, то по правій стороні друзі і родичі жениха Едварда. По ліву сторону друзі і родичі Джесіки. І всі, хто запрошені, будь ласка, місця хватить, ми вас просимо, нікуди не уходьте, не роз'їжджайтеся. Як якісь складності десь будуть, ми поможемо уладити все. Так що хай вас Бог благословить. Enjoy with us together. God bless you. Ми дуже вам щиро дякуємо. І нехай Бог благословить. Ну, а зараз, я думаю, можуть поздоровити. І ще одне прошу. Ми будемо мати фотографію. Родина Радчуків, всі, хто належить до сторони жениха. Ми зробимо фотографію тут дуже швиденько. І потім родина Гінтаруків, їхні всі родичі. Ми зробимо тут в церкві. Так що, будь ласка, ви привітаєте. І після того ми зробимо фотографію. Нікуди родичі не уходьте. Добре? Хай Бог благословить.